Здравствуйте, ребята! Тема сегодняшнего урока – материальная культура, промыслы и ремесла казахского народа. Сегодня на уроке мы должны охарактеризовать развитие ремесел и промыслов у казахов на основе этнографического материала. Ключевые слова сегодняшнего урока – это натуральное хозяйство, ремесло, домашние промыслы, экспедиция, этнографические сведения – а также письменные источники. Виды ремесла и промыслов у казахов-кочевников многообразны. Ремесла подразделяются на ювелирные, деревообделочные, косторезные, камнерезные, кузнечные, кожевенные. Также занимались казахи промыслами, как изготовление войлока, ковроткачество, плетение циновок и выделка шкур. Домашние промыслы обеспечивали семьи необходимыми предметами быта. В основном этим промыслом занимались женщины. Все сырье, получаемое в хозяйстве, перерабатывалось, удовлетворялись потребности в орудиях труда и предметах быта. Ремесло не было выделено из натурального хозяйства. Плату за изделия ремесленник получал скотом. Лишь в 18-19 веках часть изделий изготавливались на продажу. Главное место среди изделий домашнего ремесла и промыслов занимает жилище кочевников – юрта. Юрта возникла еще в первом тысячелетии до нашей эры. Она состоит в основном из четырех деревянных частей. Это кереге, это шанрак, это уки и это схрлаох, то есть деревянная дверь. Шанрак – семейная святыня, символ продолжения рода. Ее нельзя было переворачивать или ронять. Кочевая юрта реагирует на колебания температуры. Летом она спасает от зноя, а зимой защищает от холода. Обычно юрту могли разобрать и собрать 2-3 человека в течение 1-2 часов. Общий вес юрты вместе с домашней утварью, с посудой, с коврами, с кизом, она составляла 300-400 килограммов. Это грузоподъемность одного верблюда. Самым важным в жизни кочевников было изготовление войлока. Войлок использовался для покрытия юрты и ее внутреннего убранства. Основным сырьем для создания предметов быта была овечья шерсть. Из нее изготавливали кашму, киез, напольные ковры, текемет, а также стеганые ковры, сармах, которыми украшались стены юрты. Особенности ремесла и промыслов – это переработка. Переработка сельскохозяйственной продукции удовлетворяла потребности кочевников в орудиях труда и предметах быта. В 18-19 веках, я здесь уже повторяюсь, просто хочу выделить особенности ремесла, то, что именно только с 18-19 века изделия стали изготавливаться на продажу. Система жизнеобеспечения казахов-кочевников во многом определялась промыслами и ремеслами. Этнографические исследования жизни и быта казахов в 16-19 веках. Средневековые ученые Востока Али Куби и Ибн Рузбихан. Они много писали о жизни и быте казахов. Начиная с 18 века, то есть с начала присоединения Казахстана к России, история Казахстана, ее изучением стали интересоваться русские ученые, такие как Паллас, Рычков, Фальк, Георгий и многие-многие другие. И эти исследования продолжились и в XIX веке такими корифеями науки, как Мейндорфом, Левшиным и другими. Фазл Аллах ибн Рузбихан – это персидский историк, богослов, путешественник XVI века. Его знаменитый труд – это записки бухарского гостя. Именно в этом сочинении встречаются упоминания о ремеслах и промыслах казахов. То есть он писал, казахи кочевали, передвигая кибитки среди снегов. Они одевали, то есть они были в соболях, беличьих шубах, шелковых одеждах со множеством украшений. То есть мы видим, да, насколько была богата одежда казахского казахов.
Также он продолжал, писал о платяных и ковровых изделиях, золотых и серебряных украшениях. Казахский быт в сочинениях русских исследователей XVIII века. Петер Симон Паллас, русский ученый немецкого происхождения. В 1769 году он совершил путешествие в казахскую степь. Писал, что казахи делают всякую посуду из кожи, валяют войлоки из овечьей шерсти. Привел сведения о природных красителях, о казахских зергерах. Это ювелиры, ювелирные мастера, умеющие изготавливать красивые украшения из серебра и о мужской одежде. Все наблюдения были опубликованы в его труде «Путешествия по различным провинциям российского государства». Дальше в списке исследователей стоит Рычков. Петр Иванович Рычков, русский историк. Его работы, которые прославили его, это «История Оренбургская» и «Топография Оренбургская». Именно в этих работах есть сведения об устройстве казахского общества, также описывает труд женщин, занимавшихся домашними промыслами. Вот в «Истории Оренбургской» имеются ценные этнографические сведения о родоплеменной структуре всех трех жузов и их расселении. Автор также приводит легенды о происхождении казахского народа и краткие данные о занятиях, нравах, обычаях, верованиях и оружиях казахов. Одним из выдающихся ученых, исследователей Казахстана, выступает Алексей Левшин. Его труд является фундаментальным исследованием по географии, истории и этнографии казахского народа. Не зря его называют Геродотом казахского народа. Название его трехтомного сочинения – это описание киргиз-кайсацких орд и степей. Вывод. Во-первых, у казахов отсутствовало разделение труда в условиях натурального хозяйства. Но без промыслов и ремесел кочевое хозяйство перестало бы функционировать, поэтому развитие ремесел и промыслов она была очень важной в жизни казахов. А с 18-19 века русские исследователи внесли огромный вклад в этнографическое изучение жизни и быта казахов. И более основательной является работа, энциклопедический труд Левшина. Здесь описание кочевого хозяйства, системы жизнеобеспечения и внутреннего устройства кочевой общины. Домашнее задание. Прочитать параграф 53. Это страница 199-204. Найти дополнительные материалы о национальной одежде и блюдах казахского народа и нарисовать женские национальные украшения. Я с вами прощаюсь. До свидания.